Против меня сегодня будет играть и выступать Егор Ларионов. Непримечательный ничем игрок и просто скучный персонаж. Игорь Соколов, нападающий ФК Строгино. Это действующий игрок команды Стригана? Да. Действующий игрок. Mm-hmm. Он в прошлом году и в прошлом году играл в молодежке? Да. Это защитник? Да. Это крайний защитник? Я действующий игрок? Ты да, он нет. Это центральный защитник? Высокий? Ну, для меня все высокие. Так, погоди, понял. Давыдов Алексей. Все верно. Просто, ребята, кому эта игра придумана? Для кого? Мне надо угадать, да, теперь тоже. Привет? Да. Допустим, Лера Фадыч. В смысле, допустим? Ну, я тренер полевых игроков. Да. Мусаныч. 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 Полностью зови. Евгений Александрович Рогоза. Я игрок? Да. У меня рабочая левая нога? Нет. Так, я кто-то из персонала. Я тренер. Ну, я тренер по полевым игрокам? Ну, все, давай. Моя позиция нападающий? Да. Крайний нападающий? Да. Допустим, давай я Соколов? Нет. Так, допустим, я Фархад Базаров. Все верно. Так же я Фархад в игре. Кэмбаш? Все верно, ты проиграл все. Ну да, я знаю. Ну угадай, это надо. Я игрок? Нет. Понял. Я игрок? Да. Ну, я до сих пор в Строгино, я игрок Строгино. Я играл в молодежке в прошлом. Я игрок 2002 года. Опа. Я тренер. Нет. Понял. Я полузащитник. Подожди, я не игрок, я не тренер. Руководство может быть? Начальник команды. Нет. Так, подожди. Я врываюсь в игру. Если ты чуть начальник. Подожди ты. Я нападающий. Как можно быть таким глупым, Егор? У меня нож быстрый. Если я из руководства пришел. Руководитель. Да, допустим, я из пресс-атташе? Да. Фил? Нет. Так. Мне надо стрелять, иначе я проиграю. Так. Это не нападающий. Ты не полузащитник, не второго года играл за молодого. Опа! Это кто-то из братьев. Красавец. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, чтобы было интересно, кого ты больше любишь из них? Обожаю обои. Не-не-не, так нельзя. Кого все равно больше? Кто лучше играет, по твоему мнению? Из кого? Хороший есть. Не, мимо. Так, ну, выбирать между Кириллом и Егором. У него имя начинается на... Согласен? Если ты все равно, если я отвечу да или нет. На согласно начинается имя. Нет. Давай. Ну я Роман Пасека. Первое есть, можно поесть. Да блин, братья. Я действующий игрок Строгино. Нет. Отлично. Я из персонала? Нет. Ага. Так. Я играл в Строгино, я был футболистом. Ну, был футболистом. Не играл в Строгино, нет. Я игрок получается. Ты игрок получается. Я игрок. Полузащита? Давай подумаем. Ну да. Скорее да, чем нет. Хотя... Нет. Определись уже. В последнее время нет. Угу.
Я кто-то из персонала. Я нахожусь в структуре Строгиного, да, да, да. Ну, естественно, тут все находятся в структуре Строгиного. Ну, ты так дальше думай. Я сейчас на данный момент в структуре Строгиного. Да. Я кто-то из персонала. Нет. Я не игрок, я не из персонала. Я как дурачок выгляжу, именно мне это есть, а не мне. В этом и все, суть, это ушел. У меня рабочая правая нога? Правая, да. Ну, про правую ногу отлично, вопрос, у нас так много левшей. Нет, я правильно. Давай, все. Ладно, пойдем с этим. Я Соколов? Нет. Ну, очень хороший, так же хорош, как Соколов. Это был. Ну, плюс-минус. Я руководитель, один из руководителей клуба. Да. Я Андрей Викторович Смирнов. Мимо. Правоногий Сухов. Мимо. Нет. Так, я Струтынский. Нет. Кто он? Старший. Я старший в 2002 году. Да. Так. А Галаков? Мимо. Так. Я руководитель. Да, подумай. Ну, надо подумать. Я не Викторович. Я шишка нормальная такая? Ну, такая нормальная. Нормальная такая. Я Анохин. Серьезно. 3-1. 3-1, все, да, научились. Че, видишь? Я был когда-то странной игрушкой безымянной. Я был когда-то странной игрушкой безымянной, которой в магазине никто не подойдет. Теперь я чебурашка, мне каждая дворняшка при встрече сразу в лапу подает.